Добрый вечер. Начинаем сегодняшний вебинар по теме новости из Дубай, связанные с продвижением компании OneCoin дальше. И новости и новые, скажем так, законы, их довольно много. 100% мы еще все не знаем. И это и тоже из-за того, что не все новые программы даже начинали действовать. Но постараемся делать обзор о том, что мы знаем. Если техника сейчас в этот час не подвезет, как это было у нас здесь полчаса назад, то и этот вебинар записывается, и можно потом, но позже сегодня скачать из Фейсбука и слушать снова. Так, мы все надеемся, что уже прочитали этот документ, который мы здесь видим. Это и на нашем Фейсбук-сайте, и на страницах фирмы, там где downloads, значит, где можно подкачать документы, там есть такой последние вопросы и ответы и добавление на это. И пойдем именно эту информацию, которая здесь, и уточняем, что именно эти новости значит. Начинаем, может, из этого, что до 31 мая у нас действует еще старый план добычи. Об этом чуть позже. Следующий срок это будет 1 июня, когда открывается игральный сайт, где есть казино, спортслото и спортивные ставки. И называется это coinvegas.eu. Там можно использовать OneCoin, Litecoin и Bitcoin, и в том числе доллары и евро, чтобы заплатить за игры, за услуги. И 15 июня открывается новый маркет, новая платформа, где можно продавать OneCoin и Aurum Goldcoin. Ну и продолжается и покупка, продажа токенов, но немножко в другом виде, как сейчас. И еще один важное число, это 31 августа. До этого числа действует этот промоушен Aurum Goldcoin, который для всех, которые покупают пакеты в OneCoin, получают дополнительно бесплатно золотые монеты Aurum Goldcoin. Начиная с 1 сентября уже Aurum Goldcoin бесплатно в пакет не включается, но их можно купить отдельно. Этот участок про золото мы пройдем попозже, но это очень важно для бизнеса фирмы и для нас. Но сначала посмотрим вот именно эти новости и напоминаю, что если у вас есть вопросы, и надеюсь, что у вас их очень много, что, пожалуйста, пишите сюда в чат, чтобы я мог сразу ответить на эти вопросы, что у вас есть. Так. Сперва, все-таки, с 15 июня OneCoin'ами можно торговать только в нашем внутреннем бирже. Это значит, что все, которые хотят покупать или продавать OneCoin'ы, сначала должны иметь пакет, чтобы получить доступ к нашей системе, к нашему платформу. И только там идет продажа и покупка монету между членами. Правда, скоро уже будут и торговцы здесь участвовать, но это не самое ближайшее время, не самый первый месяц, может и два, кроме, конечно, казино.
Так что на эти вопросы, связанные с этим, мы обсуждаем чуть позже. Так, сразу первый вопрос. Сколько можно продать ванкоинов на бирже? Но первое, что мы уже знаем, это то, что когда начинается биржа, то цена ванкоина будет 1,05. Так что это уже не 0,5, а 1,05. Это, соответственно, значит, что те, которые покупали пакет Тайкун, например, зимой, в январе, в декабре, они на сегодня уже имеют около 40 тысяч евро прибыли. Так что поздравляю всех, которые приобретили пакет Тайкун зимой, или даже несколько пакетов, вы уже делали серьезную прибыль за 4 месяца. Если кто-то хочет просто продавать или даже покупать ванкоины в июне, то там есть лимит, это 1,5% от объема вашей портфели. Так что если у вас пакет Pro Trader, там 1000 штук, там, если там, например, да, там, ну скажем, если там у вас 10 тысяч ванкоинов, ну, номер может быть значительно другой, это зависит от многих деталей, но если пакет у вас такой, то значит оттуда вы можете продавать 1,5%, по-моему, это было за день, так что и то же самое и покупать вы можете только такое количество. Почему? Это потому, что это значит выравнивает рынок, не позволяет цену падать, быть слишком низким, и в то же время не позволяет, чтобы цена пошла вверх слишком быстро. Это такой механизм управления рынком, и это особенно для начала очень важно, потому что в длинном пути нам надо, чтобы OneCoin имел такой постоянный, но не слишком резкий подъем цены. И это нужно и нам, и внешним другим инвесторам. Но те, которые нуждаются больше денег от пакета, а, например, сейчас, может быть, покупают большой пакет, ну и скоро надо все-таки вернуть там какую-то часть денег, то это можно делать очень просто, потому что можно купить гифт-коды прямо от криптовалюты. И там ограничение максимум 5000 единиц за неделю. Но если у вас пакет меньше, например, опять Pro Trader, пакет за 1000 евро, то у вас максимум продажа за неделю 1000 ванкоинов за неделю. Сегодня, сегодняшним ценам пакет Тайкун позволяет вам продавать за 5200 евро, так грубо. И этого достаточно, чтобы вернуть свои инвестиции или получить деньги для всяких расходов. Если уже, конечно, OneCoin стоит, например, 2 евро за штуку, то 5000 OneCoin, значит 10 тысяч евро. Так что это очень хитро выдумано, потому что деньги, которые получаете за покупку, деньги, которые фирма получает, когда вы продаете ванкоины за гифт-коды, они остаются внутри фирмы и не влияют серьезно на рынок ванкоина, но все-таки нам, членам, можно вернуть наши деньги, и в то же время развивается наша сеть, и мы получаем дополнительные прибыли, так что это идеальная схема, как делать рост на рынке, но в то же время держать рынок под контролем. Наверное, и с 15 июня вы можете
купить тоже Yaurum Coldcoin. Как мы знаем, что сегодня пакеты включаются. Монеты Yaurum Coldcoin. Пакет Tycoon имеет 2500 штук. Это 2,5 грамма. И OneCoin хочет быть первым, который в реальном виде позволяет покупать и продавать золото каждый день. Начиная от 10 миллиграмм до, конечно, на намного большей суммы и весы. И в том числе вы не только инвесторы золота, но это золото и может быть предметом, с которым можно платить за услуги, за товары, как и OneCoin. Так что это первый раз, когда золото в действительности можно свободно и быстро подорвать, покупать. Не надо там платить серьезные или большие проценты за эту услугу, что нам дает возможность покупать, продавать золото. И то же самое золото подтвердит наш OneCoin, и OneCoin подтвердит наш Yaurum Coldcoin. Так что это такой симбиоз, который раньше, ну, никто не сумел делать. И конечно, это для нас очень серьезные дополнительные такие бонусы. И OneCoin будет тоже иметь свою бонус-программу. Но об этом мы говорим чуть позже, когда уже торговля идет и фирма уточняет эти детали, связанные с Yaurum Coldcoin. Но, например, начиная с 15 июня, когда вы зарабатываете еженедельные бонусы, и у вас будет там какая-то сумма на аккаунте Trade Account, вообще это был Mandatory Account, то с этими деньгами вы можете, например, прямо купить золото, а в том числе и OneCoin. Так что не только токены, но у вас уже есть возможность выбирать, как вы используете эти деньги. И золото, конечно, очень надежное место, куда положить деньги, куда инвестировать. Правда, цена так быстро не растет, но если для вас самое важное надежность, до золота здесь очень удобно. Но вы можете это золото продавать в любое время. Вот так будет действовать Yaurum Coldcoin у нас на сайте. Но промоушен, который вам дает Yaurum Coldcoin бесплатно, действует до конца лета, до 31 августа. Так что имейте это в виду. И в то же время, если у вас на аккаунте собирается золото уже 15-16 грамм, вы можете это менять на одну монету Yaurum Coldcoin, и фирма отправит это с почты для вас дома. Но, конечно, если вы хотите эту монету купить побыстрее, вы всегда можете эту монету просто купить, когда вам это нужно. Так что у нас будет и криптозолото, и настоящее золото. Так как кто хочет. Ясно, что продавать, покупать OneCoin можно ограниченно, но делать гифт-коды там ограничений нету. Но есть, но они довольно выше. До 5000 монет за неделю. Так-то есть вопросы про Xcoin. X.com. Что это есть такое? И люди задают вопросы, почему вот эти трейдеры, где можно покупать, продавать там лайткоины, биткоины и другие криптовалюты, почему там нету OneCoin? Но там есть в основном две причины. Во-первых, у нас OneCoin существует только 4 месяца. Это очень короткое время. И поскольку наш биткоин, наш блокчейн, значит, наш код не виден. Видно, это не всем ясно, они не могут расследовать это. Поэтому надо больше время, чтобы эти рынки, где можно торговать с другими криптовалютами, узнали про OneCoin, и чтобы они были уверены, что
OneCoin действительно криптовалюта. Мы знаем, что есть сотни, может быть, наверное, тысячи разных криптовалют, которые не действительно криптовалюты. Поэтому эти трейдеры должны быть уверены сначала, пока они будут нас тоже выставлять туда на список с другими криптовалютами. Но здесь у нас хорошие новости. На Дубай выступал представитель, если даже не глава фирмы, который делает аудит на OneCoin, не будет это делать каждый месяц. Первый аудит уже прошли, результаты есть. Все положительно. Было подтверждено, что OneCoin действительно есть криптовалюта, и блокчейн или этот код на сегодняшний день самый совершенный, который есть в мире. И это первая криптовалюта, где аудит на блокчейн сделали независимые, значит, организации или фирмы, которые имеют права это делать. Так что эта информация на нашем сайте будет скоро и на сайте этой фирмы. Вы все можете видеть этот видеоролик из Фейсбука. Я могу это выставить и эту ссылку сюда. Потом как-то мы завершили этот вебинар. И это гарантия и факт о том, что OneCoin реальная криптовалюта. И скоро и другие трейдеры или платформы будут уже наименовать OneCoin тоже как криптовалюту, но независимо от того, что они это сегодня делают или нет, OneCoin уже достигла второе место среди всех криптовалют в мире. И самым первым, конечно, есть еще Bitcoin, но это уже только вопрос времени, когда OneCoin обогнет Bitcoin и по этому статистику. Так, следующий вопрос. Так, посмотрим, есть ли у вас вопросы. Пока еще нету, пожалуйста, пишите свои вопросы, как-то у вас они есть, потому что именно и для этого мы здесь сейчас собирались. Так, на сегодняшний день около 7, ну уже почти 8% от OneCoin'ов добывались, но это только очень-очень мало. Все успеют еще участвовать и очень успешно в этом системе, в этом бизнесе. И еще раз хочу напоминать, что до конца июня, извините, до конца мая у нас есть особые правила. Но эти правила, которые действуют и действовали сначала до конца мая. И самое выгодный здесь факт, что те, которые приобретали пакет, любой пакет, или покупают сейчас дополнительные токены, они могут сразу добывать OneCoin, и не надо подождать, пока сплит происходит. Почему это важно? Особенно это видно, если вы купили пакет Tycoon, потому что у вас два сплита впереди. Вы получаете сначала 60 тысяч токенов, после первого сплита еще дополнительно 60, это уже всего 120, и после второго сплита вам еще дополнительно 120 токенов дают. Сегодня вы можете сразу начинать добывать, и сплиты вы получаете потом, и эти токены все равно еще уходят прямо на добычу. Правда, курс будет чуть выше, но все равно вы добываете как только, так сразу. С 1 июня будет закон по-другому. Тогда, если у вас, например, пакет Tycoon, если вы хотите получить оба сплита, вам надо подождать, пока прошли сплит 1 и сплит 2, и только тогда вы можете отправить токены на добычу. Ясно, что на это идет 3-4 месяца около, и за это время, конечно, цена растет. Так что правила игры
будут чуть, ну, так, не так, может, выгодны, но в то же время это действительно путь, куда идет развитие OneCoin. И что это значит? Это значит, что может быть уже не в смысле подождать сплитов, а использовать, продавать токены, использовать деньги, чтобы купить OneCoin прямо от маркетинга, от маркета, от рынка. Это значит, что нужда или требования на OneCoin растет значительно, а если растет требование, значит и растет цена. И это и есть настоящий маркет, настоящий рынок, где торгуются по потребности. И вопросы о том, что если кого-то, кто хочет покупать OneCoin, наверное, уже сегодня можно забыть, потому что вся игра идет в ту сторону, что уже сегодня у нас очередь добычи OneCoin от 35 до 40 дня. Это значит, что люди хотят покупать, добывать OneCoin намного больше, чем есть у нас ресурсов, намного больше, чем система может их добывать. И это еще раз доказательство о том, что у нас настоящая криптовалюта, которой не хватает уже сегодня. А это значит, что у нас не выдуманная криптовалюта, которая есть и хватит столько, сколько и у нас есть людей. Если бы это было так, то OneCoin не стоило бы ничего. Но если этого не хватит уже в начале, значит цена будет расти. А это, конечно, то, что нам надо. Поэтому очень попрошу всех, которые собираются участвовать в OneCoin, и не вижу никаких причин, почему здесь не участвовать, то делать это сразу. И делать это до конца мая месяца. Потому что если вы идете на свой сайт OneCoin, на главную страницу, то там вы можете видеть, что в этот день, когда вы отправили токены на добычу, для вас закрыли курс обмена. Сегодня этот день 10 токенов за 1 OneCoin. Это еще очень хороший курс. Не важно, если вы даже вам придется подождать 3, 4, 5 недель, пока вы получаете свои OneCoin, цена у вас уже гарантируется, и цена будет выгоднее. Поэтому фирма сказала, что все, которые покупают или платят за свои пакеты до конца мая, они будут активированы еще по этим законам, и вы получаете льготные курсы. Так что очень-очень советую делать максимум до конца мая, потому что как минимум до конца года разница цены пакета будет 2-3 раза. Те, которые используют промоушен майнинга, который сейчас идет, будут выиграть значительно сравнимо с теми, которые делают свои покупки уже в июне месяце. Конечно, это не значит, что в июне нет смысла работать. Конечно, есть, но просто мы еще выиграем больше. Так, эта тема, наверное, думаю, что самое главное и с чем заниматься, должен быть ясно для всех. Так, еще раз, еще у нас какие есть вопросы. Так, это что значит? Например, те, которые участвуют в маркетинге и зарабатывают комиссионные каждую неделю, то мы это знаем, что 40% оттуда мы получаем на трейдинг аккаунт. Трейдинг аккаунт значит, что с этими деньгами
вам что-то надо купить. Если сегодня, это только один вариант, это купить токены и отправить потом на добычу, то с мая месяца, с июня мы можем и купить прямо ванкоины и золото. И это значит, что у вас уже есть выбор, куда отправить эти деньги. И может быть уже будет выгоднее купить ванкоины прямо от рынка, потому что вы получаете за эту цену сразу, а через добычу вам может придется подождать несколько месяцев. И кстати, это и будет правда, потому что с пакетом токены, которые вы получаете, они будут заморожены на 60 рабочих дней. А это значит, что если вы хотите добывать, то первые 60 рабочих дней вы это все равно не можете делать. Но скорее всего за это время добыча уже два раза подорожала. Значит, два раза, имею в виду, каждый через некоторое количество монет, которые добывались, сложность добычи идет наверх. И за два с лишним месяца это уже будет случиться два раза. И в первый раз у нас был курс 6:1. Сегодня у нас будет действовать курс добычи 10 токенов за один ванкоин. И мы думаем, что следующий курс будет около 18 токенов за один ванкоин. Так что здесь, если вы купите от рынка сразу, а начальная цена будет 1,05, то это, конечно, будет дешевле, чем добывать через курс 18:1. Так что с июня ванкоин уже будет действовать как серьезный рынок, как настоящий рынок, где есть покупатели, продавцы, где цена постоянно меняется. Но сначала думаем, что довольно в одну сторону, это наверх, но время покажет. Все равно 1,05 это начальная цена ванкоина, это ниже не может падать, и поэтому но делайте уже свои выводы по этим правилам. Что еще очень важно знать? Остаются эти сплиты так, как они были раньше. Так что если у вас пакет, например, трейдер, это значит, что вы получаете один сплит. Если у вас сразу покупали вы пакет тайкун, вы получите два сплита. Если у вас сначала был маленький пакет и после сплита вы делали апгрейд на тайкун, вы получаете всего три сплита. Но вы не можете добывать, пока вы получили все сплиты, если вы эти хотите получить. Конечно, это не обязательно. Вы можете и без сплита начинать добывать, но не раньше, чем это 60 рабочих дней. Вот если это все учитывать, ну что придется подождать от там 2-3 месяцев, и цена подорожает за это время, это и, ну, значит, что люди будут, скорее всего, и купить ванкоины прямо от рынка. И масса людей сегодня уже довольно значительная, особенно китайцы, где трое из четверо, даже больше, это будет около... Да, но около трое из четверо, которые приобретили пакет ванкоин из Китая, покупают тайкуны. Это выше процент, чем любая другая страна. И количество там людей намного больше. Значит, что у них есть сегодня очень много токенов. И с этими пакетами. И на Дубай был почти 3000 китайцев. И когда они оттуда идут домой, и в основном уже ушли домой,
Конечно, эта хорошая информация передается на группу, команду, и что они будут делать, еще больше купить. Так что из Китая у нас будет очень много людей, которые имеют много токенов и не знают, что с ними делать. Так что, скорее всего, многие постараются не пройти через майнинг, чтобы получить ванкоины, но купить ванкоин прямо от рынка. Увидим. Это время уже не так далеко, но впереди будут время, где немножко, чуть больше надо тратить время, чтобы наблюдать на игру и думать, как выгоднее управлять со своим портфелем. Так, еще раз, если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите сюда. Это вебинар особенно для вопросов, чтобы вы знали именно, что делать. Я пока пройду дальше через другие темы, которые у нас еще есть. Так, посмотрим. Этот документ всем доступно через ваш бэк-офис или наш Facebook сайт. Так что посмотрите эти вопросы и ответы. И там все, но на английском, но все-таки ясно. Так, напоминаю, что фирма 2 дня назад отправили письмо с новостями. Я сейчас открываю это письмо для себя и напоминаю быстро, какие там были самые главные новости, и буду комментировать эти новости и здесь, если знаю, как уточнить, это и буду сейчас делать. Но эти новости всем тоже доступны, и они были отправлены 18 мая для всех регистрирующих членов. Так, еще очень важный сайт, но об этом мы уже говорили, это золото. Но сайт уже открыт, вы можете туда идти, это в вашем бэк-офисе, там очень много информации, так что прочитайте. И, конечно, если у нас есть больше про программы золота, по партнерской программе и так далее, мы об этом сообщаем, но туда еще чуть-чуть время, так что прямо сегодня это не так важно. Но кто хочет приобрести эти монеты золотые, то на это возможность, наверное, еще есть, но надо писать, скорее всего, суппорт, потому что для начала было 100 монет сделано из чистого золота, конечно, 999. И основную массу уже купили в Дубае. Так что сколько сейчас осталось, не знаю, но фирма их будет еще подготовить. Но в основном есть все-таки цель не торговать с чистой золотом, а именно криптозолото. Это можно быстрее, удобнее получить, купить, держать. Но только как-то вам в действительности надо уже в физическом виде золото, вы можете на своем аккаунте золото, которое есть, менять на чистое золото или покупать еще дополнительно, чтобы получить это 15 или 16 грамм, сколько это было, точно не помню. И фирма отправит вам монету дома с почты, домой с почты. Эти бесплатное золото с пакетом даются только до 31 или 30 августа, и потом золото в пакете автоматически уже не включается. Напоминаем еще раз, что ванкоины можно использовать для того, чтобы приобрести себе гифт-коды. Скорее всего, опять это случится с 15 июня, так что если вам надо, например, делать гифт-код на тайкун 5000 или 5030, то вы можете
это приобрести прямо и платить с ванкоинами, которые у вас есть на наличке. И в таком виде максимум количество, что вы можете продавать за неделю, это 5000 монет, 5000 штук. Так что если сегодня цена, как это есть, 1,05, это около 5200 евро. Это достаточно для один тайкун пакет. Если вы делаете каждую неделю один тайкун пакет, то вы можете выводить 20000 евро. Это достаточно. Но в то же время ваша команда растет, и вы получаете обратно бонусы. Но, конечно, очень советую думать, сколько вначале есть мысль продать OneCoin, потому что мы уже видим и знаем, что цена будет расти. Так что через месяц-два вы, наверное, уже жалуете как-то. Сегодня продаете или скоро продаете за 1 евро, но возможность в любом случае есть, если это вам это нужно. Без гифт-кода вы можете продавать только 50 штук. Если у вас пакет тайкун 50 штук или 1,5% в день, если у вас есть даже не связано какой пакет, это всегда от общей суммы ваших монет вы можете в день продавать 1,5%. Конечно, чем больше пакет, чем больше эта сумма. Но если надо продавать больше, то гифт-коды, через гифт-коды это можно делать уже намного с большими объемами. И в то же время и покупать можно только максимум 50 ванкоинов за день или за неделю. Это уже надо снова проверить. Все номера не помнятся. Да, за день. Так что это выдумано, чтобы держать цену ванкоина в каких-то рамках, пределах, чтобы не выросло слишком быстро, но и не стоял в одном месте слишком долго. Это очень хитро выдумано. И это же, ну, для всех наших интересов, что цена растет так, в нормальном темпе. И поэтому этот механизм позволяет это именно контролировать. Законы, такие проценты продажи и другие вещи могут и, наверное, будут меняться со временем, зависимо от того, как этот рынок развивается. Сегодня очередь у нас 35-40 дней на добычу. И это хорошо. Это значит, что люди покупают. И покупают намного больше, чем фирма может их производить. Значит, у нас есть реальная добыча, а не выдумка. И серьезно, компьютер работает на максимальной мощности. И это, конечно, сейчас самая главная проблема, с которой фирма занимается, чтобы ускорить процесс добычи и делать этот очередь немножко меньше. Сегодня тоже не работает, уже несколько дней, платежные карты, MasterCard, Visa. Значит, не можно купить пакеты через банковские карты. Фирма занимается с этим вопросом, так что все деньги советую платить с переводом, с банковским переводом. Это с Эстонии ничего не стоит, это бесплатно. И если вы нормально заполняете бумаги и отправите туда, куда надо, то ваш пакет активируется за 1-2 дня. Так, какие еще есть самые главные новости? Так, CoinVegas, это будет один из первых партнеров, которые будет акцептировать OneCoin как деньги
за услуги, за игры со Sports Betting. И в том числе с OneCoin можно использовать и Bitcoin, и Litecoin. А это значит, что это первый сайт, где OneCoin вместе с другими криптовалютами, и в том числе евро и доллары, можно использовать за услуги игры. И, конечно, таких партнеров будет скоро еще больше и больше, но они самые первые, которые дают у нас возможность использовать опять криптовалюту за услуги, за игры. Так, адрес этого сайта здесь, и CoinVegas.eu открывается 1 июня. Имеет это лицензии работать везде в мире, кроме Америки. Так что и здесь, в Эстонии, это все и лицензии имеет. Так что нет проблемы зайти, играть. И уже говорят, сам не попробовал, что вроде бы уже можно попробовать игры бесплатно не с настоящими деньгами, а с игровыми деньгами, чтобы познакомиться с услугами. И для тех, которые особенно интересуются от игры и от спортивной ставки, они могут приобрести продукт, пакеты прямо на казино. Пакеты стоимости тоже, как и OneCoin, это 100, 500, 1000, 3000 и 5000 евро. И, по-моему, в течение первые 2-3 недели, надо уточнить, вы имеете возможность и получаете 10% больше деньги на игры, чем это обычно включается в пакетах. Так что, да, у нас в будущем есть уже как минимум две типы членства. Есть члены, они оба члены, и OneCoin, и CoinVegas, но пакет может быть разный. Сейчас у основных есть пакет, где есть финансовое образование, и OneCoin, и Aurum Goldcoin, но есть и другая возможность иметь только пакет CoinVegas, где деньги за игры, но OneCoin в пакетах нету. Вы всегда можете OneCoin дополнительно купить, но для тех, которые заинтересовались играть, они могут все деньги расходовать на игры. Так, какие еще остались здесь у нас вопросы? Так, ага, есть важная информация, это особенно касается тех, которые говорят у нас по-русски или знают контакты в России. В субботу, это так-то 24 числа, да, у нас будет бизнес-презентация в Санкт-Петербурге. Производит это Томми Воринен из Финляндии, и с переводчиком, конечно. И сейчас для вас будет адрес. Найдем прямо это из Фейсбука. И если у вас есть контакты, то все могут участвовать в этом бизнес-презентации в Санкт-Петербурге в субботу. И сейчас найдем точную информацию и выставим сюда для всех. А, вот здесь. Так что это 23 числа. Это... Да, суббота, время 5 часов местного времени. И сейчас эта информация у вас будет на Facebook, здесь на вебинаре. Минуточку.
Так, здесь начало. Здесь сейчас написано по-фински, но адрес, время и место, наверное, все у вас здесь ясно. Так что, да, использовать эту информацию. И сейчас, секундочку. Так, еще один час будет. Это гостиница Амбассадор. Это тоже сюда добавляю. Так, вот здесь. И на следующей неделе есть цель тоже быть в Риге. Время и место еще не ясно. Если это будет уточниться, то на Фейсбуке, скорее всего, выставим информацию, куда и когда можно на Риге идти или отправить своих контактов. Банковские карты вы уже можете себе заказать. Сначала надо отправить свои документы. Посмотрим еще раз, как это делается и где это делается. Так, сейчас найдем это место. На сайте есть OnePay ссылка или OnePay link, откуда вы можете идти на свой OnePay аккаунт. Вы туда регистрируете. Не регистрируете, у вас сайт есть, но просто, значит, войдите туда. И сейчас покажу, куда, какие документы надо отправить. И откуда получить, значит, форму, что заполнять. И по этому форму вам будут выставлять, отправить уже карту домой. Так, здесь. Так, перейдем на OneCoin, на OnePay. Так, это здесь. Видите, если вы зашли, у вас будет такая страница. Но здесь наверху есть Identity Verification. Вы открываете это и отправите три документа отсюда. Proof of Identity. Это значит, что паспорт или ID-карта, копию. Отсюда прямо можете скачать этот файл туда наверх. Если они это принимали и акцептировали, то у вас это будет здесь, вот как у меня, на синем видно. Если вы туда нажимаете, у вас этот документ опять открывается. Следующий. Они требуют адрес, и где есть и ваше имя, фамилия. Значит, какой-то счет от... Кстати, мобильный телефон единственный, который не считается, но коммунальки, у кого есть там, может, бензин, за который раз в месяц платят, или что-то такое, где есть ваше имя, фамилия и адрес, тоже сюда компьютер сканировать и отправить наверх. Или если у вас есть счет на электронном виде на e-mail, то оттуда сразу можно копировать и скачать наверх. И следующий, третий, надо из банка взять, например, отчет от вашего банковского аккаунта, например, за прошлый месяц. Там есть и ваше имя, фамилия и адрес. Возьмите этот отчет или от кредитки, или от вашего банковского аккаунта и тоже скачайте сюда наверх. Если вот эти все три документа вы делали, тогда вы можете отсюда себе в компьютер скачать эту формулу MC Card Application Form. Вы заполняете это или в компьютер, или на бумаге, как хотите, но подписать надо, число надо поставить и снова сканировать и добавить сюда как четвертый документ. Это видно, у меня еще не сделано. И вот как-то эти четыре документа готовы, тогда фирма отправит вам карту, MasterCard домой.
Как быстро этот процесс идет, не знаю, но думаю, что не слишком долго. Но в любом случае, если вам сегодня надо выводить деньги и прямо или на банк, или на банковскую карту, то вы можете требовать вывод себе на свой банк или на свою карту. Делать этот вывод один раз в неделю, и для выводения денег надо обычно от 7 до 10 дней. Так что не уж так долго. Но поскольку мы знаем, что люди сейчас постоянно ищут гифт-коды, чтобы платить членов быстрее и быстрее, потому что конец мая уже недалеко, то советую предлагать для своей команды деньги, которые у вас есть, или любого, кого вы знаете с OneCoin, потому что так вы можете обналичивать деньги быстрее, ну и помогать других начинать свой бизнес OneCoin тоже быстрее. Все. Все основные новости, которые мы сегодня имеем, думаю, что мы вам передали. Спасибо за участие. Чат будет еще открыто 5 минут. Если у вас будут какие-то вопросы, пожалуйста, пишите сюда. Я будем ответить. Так-то я сейчас смотрю. Есть? А, нет. Ага. Окей, да, здесь еще есть некоторые вопросы. Я только сейчас заметил, я постараюсь еще ответить на эти вопросы. Расскажите по верификацию, не все понятно, какие документы надо загружать. Но вот это я как раз прошел, и думаю, что с этим все ясно. Возьмем следующий вопрос. Так, возьмем следующий вопрос. Так, а здесь вопросов вообще нету. Следующий. А, это тоже уже пошел. И здесь вопрос. Много громче. Можно громче. Окей. Я видел это слишком поздно. Но я надеюсь, что все-таки это слышно нормально, потому что по индикаторам всем это идет почти на 100%. Так что если я буду говорить или говорил бы погромче, просто это было бы уже для некоторых слишком громко. Еще раз, на эстонском языке у нас были проблемы. Компьютер и программы несколько раз, значит, вышли из строя, поэтому там были неполадки. Конец, по-моему, звук совсем пропал, так что извиняюсь из-за этого. Но здесь на русском языке кажется все пошел так более-менее нормально. Запись эти вопросы, ответы и вопросы будет в YouTube позже сегодня на нашем Facebook сайте. Так что если не все смогли это слышать, вы можете скачать и отправить дальше. Но в любом случае промоушен автомайнинг идет до конца мая, и это очень-очень значительное преимущество, особенно для инвесторов, потому что вы можете добывать сразу, и все пакеты, которые вы сейчас купите, в том числе и Tycoon, будут участвовать, как мне подтвердили, на автомайнинг режиме. Это значит, что вы получаете все свои сплиты потом, но сразу начинать добывать с минимальной цены. И это дает преимущество в качестве OneCoin'ов порядка 2-3 раза больше, чем если это бы делать в мануальном режиме, начиная в июне. Так что серьезно думайте, кому надо делать апгрейд, делать это быстро, кому еще надо покупать. Мысль есть это делать до конца мая, потому что этот промоушен никогда уже у нас не повторится. Это почти что ясно, потому что время идет дальше.
цена ванкойна постоянно растет, и до конца года, по последним прогнозам, надо иметь от 50 до 60 токенов за один ванкойн. И напоминаем, что сегодня это 10, и в начале это было вообще только 4. Так что ванкойн до конца года будет 12-15 раз дороже добывать. Но надеем, что цена соответственно будет до конца года, но это мы уже увидим за временем. Все. Окей. Вопросы мы прошли. И ответы тоже. Если у вас еще есть что-то, то, пожалуйста, пишите на наш email. Мы ответим на все вопросы. И, конечно, как только у нас есть больше информации, следующее электронное письмо мы отправим всем, которые у нас подписались на электронное письмо. И на Фейсбуке постоянно держим вас в курсе с всеми последними новостями. Спасибо за участие и до встречи скоро.